Работы идут на 63-м километре дороги на Киров. Всего на этом участке обновляется 6 километров полотна. Подрядчик обещает сделать отрезок очень ровным с помощью вот этой рейки на асфальтоукладчике. Новый асфальтоукладчик Volvo. К нему идет такое дополнительное оборудование, которое позволяет с помощью трех сенсорных датчиков отслеживать неровность существующей дороги и приводить, так сказать, ее ровность, где бугор, там кладется минимальный слой асфальта. Работу нового оборудования комиссия проверяет прямо на месте. На этот раз к специалистам присоединились участники проекта «Общественный контроль». Как проверять дороги, они изучали на специальных семинарах. Те дороги, которые мы обследовали, там практически замечаний нет. Мы смотрели и угол наклона, и ровность укладываемой поверхности, и все те параметры, которые мы обследовали, они были в пределах нормы. Замечания были касаемо ровности. Ровность, вопрос сейчас по Нижегородской области, пока еще остается системной проблемой. И уже видно, что подрядчики реагируют правильно на повышение требований заказчика и, соответственно, приобретают то оборудование, которое обеспечивает в автоматическом режиме ту ровность, которая необходимо сейчас при современных эксплуатационных скоростях автомобилей. Чтобы следить за состоянием дорог в Нижегородской области, планируют создать трехмерную компьютерную карту. Эту инициативу уже поддержали в законодательном собрании региона. Игорь Мещерский, Ренат Бекбаев, «Время новостей».